Добрый вечер, дорогие друзья, и сегодня я буду вести летсплей над игрой, которая называется Лупер. Эту игру мне порекомендовал один из моих друзей, который учится в моей школе в Челябинске. Мне порекомендовал одну такую игру. Короче, моего друга зовут Никита, он со мной в ВК находится. Короче, мой друг, который зовут Никита, который в ВК сидит, учится со мной, порекомендовал мне эту игру Лупер. Сейчас вы все это увидите, что это такая за игра. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк и поставьте такую же игру себе. Ну, мы приступим к самому летсплею. Да, этой игрой меня научил мой друг, как там играть. В общем, вы сами видите. Просто надо нажимать. Отпускаю. Заново нажимаю. Отпускаю. Нажимаю. Отпускаю. Нажимаю. Да-да, очень много. Да-да, до краев не допускать. Ну да, достал, немножко не побил. Опять самый тупик попал. Так. Так, вот сейчас зайдем к стимизе. Так, сейчас рейнбов. Так, да, тоже ставим рейнбов. Все. Поставили, нажимаем крестик, нажимаем тапку континуум. Поехали дальше. Переливается. Да, очень сложно. Зато рекорд побил. Пау. 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 Не успел. Ладно, сейчас еще раз нажмем. Так, сейчас еще раз. Повтори. Спортсменка. Так, реклама идет. Так, тикс, тикс, тик, 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 тик. Так, последний разок и все. Все. Ну а сейчас уже я планирую сделать специально для вас, чтобы я подарил в конце видео. Это так в общем пиар в общем подарила. Ребят, советую подписаться на канал Летсплей и обзоры. Это в общем этим каналом руководит мой друг, которого зовут Вадим Писахов. Он есть на Ютубе. Его канал, который основное под названием Вадим Бост, его забанили. Не знаю, может забанили. Так что все равно советую вам подписаться на этот каналчик. Просто рекомендую вам. И в том числе не забывайте подписаться на мой стрим-каналчик.
Там, где будут проходить стримы, стримчатские. Короче, у меня прошло целых 3 стримчика. Правда, немножко было. Так что все равно советую подписаться на мой стрим-канал. И если вы не подпишетесь, то вы пропустите стримчик. Если вы подписались, то вы молодцы. Всем пока.